Ну все. Чало. Вот так и должен быть отель. Населен, густо населен. А то что это было? Мы были как во сне. Мы были как в личном дворце. Ой, у них даже на полу тоже матрасы. Экстра бед. Чуть-чуть доплачиваешь долларов 10-15. И тебе внесут лишний матрасик. How much for extra bed? $10? I don't know. I don't know. О, поздравляю. У нас опять проблема. Я пристегнулась, да. Я молодец. Как его сит назад-то? А? Окей, папа, окей? Я, no problem. Все нормально? No problem. Какая все-таки жалость, что нам приходится уезжать. Самое веселье только начинается. Дорога на Аджмер и на Джайпур. И на Пушкарские Гхаты. И на Удайпур туда же. So, how many kilometers now to Jaipur? I think 140. Сколько? 151 километр до Джайпура. Сейчас мы поедем. And average how many hours? 2.5 hours. 2.5 часа. Ой. And distance to 151 kilometers. И дистанция 151 километр, да. Хорошо. No traffic? No traffic. Clear road. Okay. Хорошая and дорога. Six-lane highway. И 6 линий highway. Really? 6 lanes. Yeah. Хорошо. Natural highway number 8. Мы okay. Все это увидим. Молодец. Юноша приятный. Обезьянки. Манки. Здесь так много обезьянок, лангуров. Они такие с достоинством. Выглядят умнее людей. Некоторых. Иногда. Who is it? This is Ajmer. Ajmer? Yeah, Ajmer. Ah, Ajmer. Very big city, Ajmer. No, this statue. Statue Maharana Pratap. Maharana Pratap? Yeah. Raja Maharana Pratap. Раджа, король Махарана Пратап, его зовут. Вот статю. Ага. Надо будет почитать про него. Махарана Пратап. А там дальше город Аджмер. Сейчас. Анасагар. Лейк. Озеро проезжаем обратно. Анасагар называется. How big population in Аджмер? Do you know? Спрашиваю население Аджмера, он не знает. Ну, это хорошо, когда по-честному отвечают, что не знают. Симпатичный храм. What they write? Which name? This is the Jain temple. Jain, джайнистский храм. Jain temple.
не очень строгая. Эти без шлемов многие. Not very strict police in Ajmer. I think many people without helmet. Ну, полиция не может же всех, говорит, проверять в Индии. Такое большое население. Но в некоторых городах они строго берутся, штрафуют, проверяют, поэтому успевают запугать. А в некоторых нет. सिटी तो है नहीं ये सब और शहरी है सबसे बड़ा वैशाली दिल्ली में भी वैशाली है जमुना पार आना सरोवर यस आना सरोवर ये तो тоже आना सरोवर очень большое озеро и сейчас вот украшают सेंटर पॉइंट इन अजमेर सेंटर लेक центральное озеро Аджмера центральная точка. Надо посмотреть на карте, как оно выглядит. Ага. In Hyderabad also they have lake like this. Да, вот мод थोड़ा खराब है. Кут-кут где бы надо взять. Они тоже украшают весь Аджмер, видимо, к этой ярмарке, к фестивалю верблюдиков. Потому что все равно все пути в Пушкар будут вести через Аджмер. А мы решили поехать уже назад на такси, во-первых, чтобы снять другой путь, показать, как еще можно и как это выглядит. Вот. Ну и потому что еще вчера мне немножечко на кибитке кочевой в поездке по пустыне, так сказать, немного спину растрясло. И не сказать, чтобы болит, но хочется покомфортнее себя вести. Вот. Поэтому Саши решил меня не утруждать поездом. Такие миленькие слоники на заборе. Это школа. Видите, сколько школьных автобусов? Это желтенькие, это все школьные автобусы. Я не вижу здесь новостроек, больших домов современных. Все вот такое вот старинное. Двух-трехэтажные здания небольшие. В старинном стиле тоже городочек. Пока не видела больших девятиэтажек. Что-то есть четырехэтажное. Может даже пяти вот такие вот торговые центры и гостиницы. Все-таки не поленилась, открыла интернет. Так, 351 тысяча населения Аджмера. Известные жители. Из известных жителей, из самых известных, Дипика Джоши Шах. Я не знаю такую актрису индийскую. Ой, а что так мало прожила? Это 1976 по 2012. Я говорю, ты знаешь Дипику? Он говорит, слышал имя? Он говорит, очень много болливудских актеров. Ну вот мы уже выехали на хайвей, как он говорил, 6 полос. 3 туда, 3 сюда. Ага, почему-то на заправках такой. Это не заправка, это тол. Это здесь мы платить должны. Заправку мы уже проехали. Угу. Так много это птичек. Да.
Их тут подкармливают, видимо. 150, мне кажется, мы должны заплатить, да? 1800 за такси и плюс за дорогу заплатную. Саши смеется, говорит. Хайвей, говорит, хайвей. Ну а чего, коровы-то ушли куда-то далеко от города. Им все равно, хайвей, не хайвей. Продажа мрамора везде, видите, мраморные плиты, а также всякие статуи делают ручной работы. Ну, по большей части вот марбл, марбл черный, белый. Мы по встречке. Их уронили. Это мы в wrong side. We going wrong side, no? We not, not going wrong side. А, здесь двух. Слава Богу. Он говорит, что это два пути. Дорога. Мамочки. Jabki light jal rahi hai meri sab. Nahi to udhar se baithe to udhar to one way aisa. A где написано, что это вот там вот наша, а здесь ихняя. За нами кто-нибудь так едет? Нет. Только мы одни, я вижу. По встречке. Все-таки это похоже одностороннее. Все, мы выезжаем. Мне надо корвалол. Мне надо что-то такое. Что? Он хочет купить для коровок. Да? Джай Шри Раде, сэр. Джай Шри Раде. Джай Шри Раде. Ой, они там все. Я тоже хочу купить. Так, сейчас, подожди. Где там? Подожди. Тен-тен, ага. I will give darling. I also will buy for your Tina. Тен-тен. Дарикшна, ради рачи. Ага, только дотронься, просто говорит. Спасибо. А он тоже на 50 хочет, чтобы... Какая? А, дотронуться, touch, touch. А, дотронуться, give touch for him. Спасибо. Как это мило. Очень хорошо. А детям? Дети-то, дети-то. Ну, отлично, вообще отлично. Джей Сайрам, да. Ей, сэр, ей мусиват на кама та. Арей, ам то амеша тратте хай, бета. Ам то роди сарати хай, чай пилате хай, амаре ро. Аб ये देखो, जैसे ही वो मोटरसाइकिल वाला आया, तो ये क्या था? ये यही चीजें थी जो एकदम से बचा लेती. Коров кормить важно, важно.
Я иногда получаю письма, что не хотите ли поддержать наш вот этот проект, не хотите ли нам прислать денег туда-сюда. Я, честно говоря, никуда не отсылаю, потому что я их не знаю, кто это, чья это страничка. Фотографий-то много можно набрать из интернета. Я люблю, вот, ну, вот нам нравится так, вот мы видим, что можно кому-то, кого-то покормить, где-то что-то сделать. Естественно, не сажать себе на шею и не брать ответственность там за ферму или за семью, или за что-то. Это уж все Бог распоряжается всем. Вот. А вот так вот по чуть-чуть мы любим, да. Смотрите, вот эти вот тряпочки, помните, вот сейчас продаются. Помните, юноша, мы тоже ехали на такси, и он красной тряпкой красный мех приколотил к торпеде, к новой машине. Вот здесь меня порадовало, что у юноши просто лежит полотенчико светлое, чтобы не перегревалось и, может, не пылилось, не знаю. Но полотенце не прибито. Он его уберет, постелит другое. А то у меня до сих пор стоит прямо кровь из глаз, как вспомню, как они приколачивали степлером сотни там этих булавок туда засунули. Красный мех к новой торпеде. Жестоко это было. Еще один тол. One more tol? Да. Чего так много-то? Только километров 5 назад. Сколько мы? Сколько наш проезд? 100 рупий дает. А сколько получит назад? Вот, 456. 40, значит, 60 ему дали. Такие груженные машины, их очень много, и водитель сказал, что это мрамор они везут здесь на протяжении 230 километров, все мраморные производства. Когда ехали туда, мы тоже, ну, или вот обломки этого мраморного производства. Видите, вот плиты или камушки. Когда ехали, мы видели очень длинную фабрику по производству мрамора. Да, много народу. Но они любят так набиваться. Боятся выпасть. Опасно, конечно. Вот тут малыши. 25 people. 25 человек в машину набивается, в джип. Все время, говорит, могут так вот посадить. 25. Unbelievable. Мне даже это трудно представить. Мы едем в And tonight we'll be home. Дитер, we fly to Belgrade наш tonight. Немецкий друг. Tomorrow, не Budapest знаю я, где tonight. Они. Сейчас узнаем. Are you coming to Budapest? Он позвонил нам no, сейчас. We will be tonight at home. Around 12 o'clock tonight. 16-го они прилетают в Будапешт. А вчера прилетели в Индию. No, no. Always Irina with me. I never go alone anywhere. Нет, yeah. Никогда один. Yeah. Только мелкие перебежки. Давай, давай, где? Дитер, hello. Hey, Irina, how are you? I am fine, thank you. How are you? Thank you for calling. Kashima, thank you. Thank you for calling. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Смотрите, сколько машин вот этих вот едет, груженных. Мрамор пользуется спросом. А это обычно пшеница, вот так вот они собирают урожай, фермеры. Какой
такой хайвей, он просто индийский хайвей. Кто хочет, тот дорогу переходит, перебегает, коровы, люди, да, в Арифане хайвей. Саша включил навигатор, и мы сейчас к его брату поедем. Но водитель не верит в навигатор, представляете? Человек, который не верит в навигатор, водитель, молодой, индийский. Поэтому вот, вот наш Google. Ну что, кто прав-то? Куда ехать-то? Да. Really? Machine telling you, he told me this road straight. So their machine told me go left. Сказали, что машина ошиблась. Не знаю. Вот аутермезер. Ну что ж, молодец водитель, не доверяет. Канапура то тед гаво ме а гея. Не гаво на ачхи бади рода яра. Машина сказала налево, а мы вот едем направо. Не, вахан пар ви джам джа рехе. Аре, детна. अरे बेटा कनकपुरा कहाँ है ну уже в Джайпуре это всегда thank you धन्यवाद их к дому брата. Коровки так и лежат. Ману нас встречает. А малу мам, будь малу мам, беда. Эту страшно. Ману тебе гарри мы саман дал дете. Мы тот, мы тот. Ари ле беда, ари ле. Будь малу, ур рот. Будь малу мам. Бачей рот. Бачей рот. Вот. Беда саман не дал дете. Масте. Мы тогда бывает excited. Oh. Thank you.